Да, я абсолютно убежден, что вот эти вот близкие друзья Путина, Тимченко и компания, которые были совладельцами Кинекса, Евгений, я думаю, что они могли бы уступить вот такой очень выгодный актив. Еще один каким-то дагестанским бизнесменам, если бы его применение выгодно. И возникают некие You only receive there is something more to learn and to know for you to feel the need to end and do things. А из своих чувств, когда я не доверяю.
Thank you.